Красота. 4 октября 2020 год. Харьков, 19:42 по Киеву. Через 5 минут будет вылетать МКС. Но пока он там будет вылетать, смотри, какая у нас луна. Шикарная из-за горизонта встает. И что это у нас за птички, птички? Сегодня просто таки день птичек. Или летучая мышь уже, или птички. Мутненько, конечно, но слои атмосферы как раз же вдоль горизонта снимаю. Все колеблется. Да плюс еще и ветерочек нам. А здесь за дерево заходим, да? Деревья на горизонте, на линии горизонта растут. Да, еще и облачно. Довольно-таки. Давай сейчас это по-быстрому и Марс сниму. Пока несколько минут есть. До Марса 62 миллиона километров. Да, ветер нам не поможет. Сейчас, ребятки, девчатки. Постараюсь сделать, что смогу без этого. Перебор. Сейчас резкость может. Какая там резкость? Слишком низко над горизонтом. Ну, это уже ветер. Ну, зафиксировали Марс. Поехали, Юпитер снимем. Потом все сделаем обратной последовательности после того, как, надеюсь, поймаем МКС, пролетающий в одном угловом градусе от Сатурна на небосводе. Наш Юпитер. Так, нам тут надо не прозевать. 19:46, все, ребята. Не знаю. Есть там полосы, нету полос, увидели, нет, резкость не навожу. Надо уже целиться в МКС.